Ремонт здания бывшего военкомата на улице Крымской. Подготовка к зиме городских фонтанов и системы автоматического полива. Проектирование велодорожки еще 1,5 километра по Пионерскому проспекту от улицы Кольцевой до пансионата «Кристалл». На каждом из этих участков трудятся работники муниципального предприятия «Ремстрой». Как и на благоустройстве прогулочной зоны на улице Гоголя на участке от Черноморской до Таманской. В городе и сельских округах продолжается ремонт автомобильных дорог, отсыпка щебнем и асфальтирование. В настоящее время по асфальтированию улиц работы выполнены. В Гастогайском асфальта 2350 квадратов выполнено. В Благовещенской 1850 квадратов. В Первомайском, в хуторе Большой Разнокол. Переулок Школьный в асфальте 420 квадратов. В данный момент ведутся работы по асфальтированию улиц. В Гайкадзоре, улица Новосела, в асфальте 2000 квадратов, выполнено на 30%, работы продолжаются. В Жигинском сельском округе, улица Центральная в асфальте 150 квадратов. В Первомайском, Чекони, улица Молодежная, в асфальте 1750 квадратов. По улице Ленина 1350. Здесь работы продолжаются до конца ноября, эти работы будут выполнены. Управление ЖКХ выдает главам округов талоны на вывоз щебня для отсыпки проезжей части дорог. За дорожным материалом очередь должна выстраиваться, говорит Юрий Поляков. Тем более, что поток обращений анапчан на тему ремонта дорог не иссякает. В первую очередь, мы все здесь работаем для людей, для народа. Вот пришла жалоба, нету столба. Значит, это звонок, надо ехать, смотреть или опосылать там главу сельского округа, надо делать. Приходит женщина, жалуется, там не отсыпали. Вы даже не поверите, вот главы сельских округов, весь грунт выбрали этот щебень. Весь выбрали. Приходит женщина, говорит, а у нас вообще ничего не сыпят уже 10 лет. Ну в чем проблема? Машины нету, ну давайте мы найдем вам машину. Ну давайте по людям опройдитесь, посмотрите улицы у себя, что там с улицами сделано. Хороший щебень. Дали Бузуновой. У нее есть, она дает. Это не мура, это белая, а хороший щебень. Выбирайте, вывозите, досыпайте, делайте, улучшайте. Ну почему люди идут жалуются? Знаешь, вы на месте ничего не делаете. Это касается всех глав сельских округов. И графики мне, пожалуйста. До конца года запланировано выполнить отсыпку щебнем, без малого 40 тысяч кубов, асфальтирование на площади 21 тысяча квадратных метров и построить 2,5 километра тротуаров.